«День с толком». В студии Ирина Корчагина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. До выборов несколько дней. Барнаульские единороссы видят на посту мэра лишь Франка. Твари дрожащие или право имеющие. Зоозащитники устроили флешмоб «Брони багаж» в поддержку животных. Включайте прямой эфир. В Барнауле ставят спектакль про и для зависимых от соцсетей. Франк – наш кандидат. Барнаульские единороссы единогласно поддержали его кандидатуру на выборах в мэра Барнаула. Так, секретарь рекотделения Александр Романенко заявил, за 18 партийных лет Франк зарекомендовал себя как прекрасный управленец и поэтому достоин принять руководство краевой столицей. Поддержали Франка и другие, выступавшие на конференции городского отделения. Сам Франк еще раз озвучил свою предвыборную программу и пообещал сделать свою работу максимально открытой. Я убежден, что взаимодействие с представительной властью и общественными институтами является залогом планомерного развития столицы края. Кто за? Прошу опустить. Против? Воздержались? Уважаемые коллеги, решение принято единогласно. 253 делегата поддержали кандидатуру Франка Вячеслава Георгиевича. Утвердить Франка осталось лишь комиссии. Последний этап выборов через неделю. Там он выступит вместе с 9 конкурентами. Снег с барнаульских улиц и дорог убирают уже и осужденные в рамках исправительных работ. Уже несколько дней они трудятся на проспекте Ленина, очищают подходы к пешеходным переходам и автобусным остановкам. Лопаты и метла вручили десяткам осужденных за совершение преступлений легкой и средней степени тяжести, кражу, мошенничество и вождение в пьяном виде. Работают осужденные не более 4 часов в день. Ну, осталось где-то часов 60. Чувствуете, что приносите пользу городу вообще? Да, конечно. Смотрите, как классно стало. Чистый тротуар. Пройти невозможно было. А герои следующего сюжета могут потратить на чистку снега куда больше 4 часов. Это бойцы снежного десанта. Сейчас они работают в 20 районах края. Смотрим, как проходит студенческая акция в этом году. Да, пошли. Они, кстати, и хорошие актеры тоже. Уже неделю снежный десант штурмует 20 районов края. Выступают для жителей, играют с детьми, старшеклассникам помогают определиться с профессией. Я знаю, что ты мечтаешь стать у нас врачом замечательным. Хорошо, что у нас есть человек, который уже учится на Алтайском государственном медицинском университете. Сейчас расскажет нам об этом. Десант – акция с богатой историей. 51 год назад она зародилась именно на Алтае, а сейчас ее переняли десятки регионов. У нас в Пермском крае тоже есть акция, похожая на акцию «Снежный десант». Называется «Десант при камне», но наша акция совсем молодая, ей всего 5 лет. И это, я считаю, что это прекрасная возможность проявить себя со стороны своей доброты, помочь бабушкам, дедушкам. Спасибо вам большое за все, за ваш труд, за внимание. Спасти селян от аномальных сугробов, пожалуй, этой зимой одна из главных задач студотрядовцев. А что еще делать, когда тракторов не хватает? Чтобы оставить свой след, у десантуры не так много времени. Акция продлится до конца недели. Андрей Дреер, «День с толком». С 10 февраля из Барнаула можно будет уехать прямым рейсом в Шерегеш. Все это время на популярный горнолыжный курорт туристы добирались только на частных «Газелях», которые бронировали тургруппы. В автобусе 43 места, отъезд от автовокзала 3 раза в неделю. Билет туда и обратно будет стоить неполных 2000 рублей, провоз инвентаря бесплатный. Время в пути около 9 часов в одну сторону. Как сообщил организатор маршрута, конечной точкой стал не сам Шерегеш, а Таштагол. Он находится чуть дальше Шерегеша. Дело в том, что сам курорт не внесен в реестр населенных пунктов, но это не создаст неудобства туристам и заядлым сноубордистам, уверен перевозчик. Флешмоб «Брони багаж» запустили зоозащитники. Его спровоцировали грузчики Аэрофлота. Они кинули переноску с кошками, из-за чего питомцы погибли. Компенсация от авиаперевозчика составила несколько тысяч рублей, потому что животных считают багажом. Какие правила перевозок нужно знать, чтобы защитить питомца, узнала Полина Жданова.
Два кота стоимостью несколько тысяч долларов погибли от кровотечений. Клетку с ними кидали на выгрузке, как чемодан. Новость об этом взбудоражила общественность. Это не первый случай гибели животных при перелетах. Единых правил провоза животных для авиакомпаний нет. В сети говорят, что самые плохие условия у Аэрофлота. Мы решили в этом убедиться. Ответ получился обтекаемый. Будет находиться вместе с багажом, где находятся сумки, но в том отсеке, раз там будет животное, командир предупреждается, он включает отопление. А нет риска, что на нее там сумки скинут, сбросят, что она будет в сжатом состоянии ехать? Вы знаете, это мало от авиакомпании зависит. По правилам нашим и все риски исключены, поэтому будем надеяться, что все будет хорошо. В поездах отношение к животным лояльнее. Хозяин может выкупить купе или оставить питомца в тамбуре, в переноске или на поводке и в наморднике. Перемещение на автобусе строго ограничено законом. Допускается перевозка мелких животных в контейнерах с глухим дном, размеры которых в общей сложности длина, ширина и высота составляют не более 120 сантиметров. Больших животных перевозка сегодня не допускается. Питомца можно перевезти на такси или оставить на время друзьям. Если нет, крупных собак можно отдать в гостиницу при ведомственной охране, а небольших оставить в частном отеле или на передержке. Заходим на какой-то сайт, смотрим отзывы о том, кто когда держал собаку, да, и уже по этим отзывам уже как бы начинаем думать, оставлять или нет. Хорошо, если мы как бы знаем этого человека, насколько он порядочный и добросовестный. Только после этого мы можем как бы доверить свою собаку посторонним людям. Хозяин должен обязательно завести питомца ветпаспорт и поставить прививки. При перевозке увидеть погрузку. Но пока компании считают питомцев багажом, риски травм по-прежнему будут сохраняться. Полина Жданова, Николай Шилко, «День с толком». В Барнаульском театре «Кукол Сказка» готовят спектакль для тех, кто тратит больше 2 часов в сутки на соцсети. Почему новую пьесу о главной зависимости 21 века уже считают спорной? И какие сюрпризы приготовил режиссер спектакля из Санкт-Петербурга, расскажем в сюжете. Смерть в прямом эфире сегодня – это не просто элемент спектакля, а такое бывает и в жизни. Хейтеры, уголовные сроки за мемы и зависимость от соцсетей – все это уже история не о Homo sapiens. Здесь говорят про Homo media, человек информационным. Пьеса точно будет спорной, говорят в театре. С одной стороны, я как бы согласен с этим сценарием, что там происходит, а с другой стороны, как бы есть противоречие, потому что в этом сценарии есть как и молодые персонажи, так и взрослые. Вот взрослых персонажей в этом спектакле я, конечно, не понимаю. «Онлайн» – это название спектакля, который поставил режиссер из Санкт-Петербурга Роман Бакланов. Он уже известен барнаульской публике по коротким театральным зарисовкам. Вот эти вот скотчевые люди, куклы – это какая-то метафора? Да, но для меня это люди нового поколения. Такие прозрачные, легкие, летающие, люди с новыми возможностями. Подготовка к пьесе началась несколько дней назад. Дату премьеры узнаем позже. Ясно одно – камерный спектакль покажут в бывшем кинотеатре «Родина». Ведь новое здание театра, которое должны были сдать летом 2019 года, в лучшем случае откроет свои двери в середине 2020. На спектакль советуют приходить и подросткам, и взрослым. Это попытка понять друг друга. Нужно просто уметь фильтровать. В общем, спектакль о том, как нужно не быть полным лузером, а быть все-таки немного юзером. Я хочу, чтобы зритель активно фотографировал, снимал, если ему хочется, выкладывал сторис. Я хочу запустить пару каналов, чтобы зритель мог во время спектакля общаться с главными героями спектакля. Кстати, пьеса основана на реальных событиях. У героев есть прообразы, например, известные блогеры. Чтобы вжиться в роль, артисты следят за жизнью селебрити в соцсетях. Впрочем, все имена держат в секрете. Возможно, зритель узнает в героя спектакля не только какую-то медийную личность, но и себя. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.
В завершении выпуска напоминаем, что наш телеканал объявил розыгрыш ко дню всех влюбленных. У вас есть вторая половинка, или вы только решаетесь признаться кому-то в своих чувствах, а может, вы давно искали выход своим творческим амбициям. Сделайте это с помощью толка и выиграйте праздничный ужин в ресторане. Розыгрыш проводится на двух платформах, в Инстаграм и ВКонтакте. Победителей тоже будет двое. Кто больше наберет лайков и просмотров, получит пригласительный на двоих в индийский ресторан «Ом Шанти» или в ресторан «Дон Корлеоне». Подробности розыгрыша читайте на нашей странице в Инстаграм и ВКонтакте. Не скупитесь на чувства, признавайтесь в любви. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании «Эвалар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей.